bugünkü home bütün doğdum. Kaçsın parayı da alalım diyerek evliliğinin usulüsün kaçsın. Aynı bir yol olur. O zaman evliliğinin devamında tutmaz. Sizin sonuna hakkında kartak olma oldurup varlık suratlarda bugün o suratlarda olacak olsun. Уважаемые участники общественного слушания, у нас сегодня проводится повторное общественное слушание по четырем проектам, которые проводит правовой коллег. Ну, согласно правилам проведения общественных слушаний, председателем слушания являюсь я, Аким Купитов, Кучинский округ, Акан Мухтар Такашевич. И секретарем слушания я предлагаю Тузу Юлию Николаевну. Давайте проголосуем за указанные кандидатуры. Кто за, кто против, мы единогласны. Теперь регламент по этим четырем проектам по 5 минут или по 10 минут. Ну, по 10 минут на каждый проект. Докладчику дается по 10 минут на каждый проект. Потом переходим к вопросам-ответам. Неясные вопросы будут даны пояснения другими специалистами, я так думаю. Я предлагаю утвердить регламент проведения общественных слушаний. Кто за данный регламент, прошу голосовать. Большинство голосов. Вот тогда общественные слушания, я считаю, открытыми. Слово предоставляется докладчику. Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушыларға қатысушылар. Менің атым жүргенбай тұрғанқызы, мен инженерлік тобы болып табыламын. Бүгін бізде келесі жұмыс жобалары металлургиялық зауытты қазандығын аспирациялау жүйесінің жобасы және паспортын әзірлеу, су тіркен орнын абай ауданы көкентау ауылдық округінде орналасқан қалды қоймасын алтыншы кезең бірінші кезең құрылысы және пайдалануы, металлургиялық зауытын цин участкісі үшін көмір десорбциялар және электролиз цехының құрылысы және Суздаль кен орнында өндіріс және тұтыну қалдықтары кәдеге жаратудың жоғары температуралы жану деструктор технологиясын енгізу. Бұл төрт жоба мақұлдау арқылы әсер етуге рұқсат алу үшін фекалиялық қайталама тыңдаулар өткіземіз. Өткен қоғамдық тыңдауда бізде жауапсыз қалған сұрақтар болған. Соған бүгін біздің қағидалар бойынша сәйкес номер 35-ші тармағына сәйкес біз өзіміздің жауаптарымызды сізге бергіміз келеді. Номер 35-ші тармағына сәйкес қайталама қоғамдық тыңдауларды хаттамаға енгізілген ескертулер мен ұсыныстарға сәйкес өткізу барысында жоба ықтимал әсерлер туралы есеп тармағында қайта қаралған белгінде қарастырылады. Бірақ бізде материалымызда ешқандай өзгеріс болған жоқ. Құрылыс жұмыстарын жүргізуге рұқсат алу материалдарының құрамында қоса берілген НДВ жобасы 27-ші жылы 2-ші желтоқсанда қоршаған ортаға әсер ету рұқсатын алу кезінде мемлекеттік экологиялық сарапатымен мақұлдаған сізге түсіндіріп келеді және қолданыстағы НДВ жобасы өзгерісте негізілген жоқ. Ластаушы заттардың шығарындылар нормативтеріне түзетілмеген жоқ. Бұл құрылыс жұмыстары жүргізуге рұқсат алу үшін материалды беру кезінде көрсетілген. Здравствуйте, участники общественного слушания. Меня зовут Шпекова Гутургановна. Сегодня мы проводим общественные слушания по четырем рабочим проектам. Это разработка проекта и паспорта аспирационной системы котельного металлургического завода, строительство и эксплуатация шестой очереди, первый этап хвостохранилища, расположенного в области Абай, Кукентауский сельский округ, месторождение Суздальское, строительство цеха угольной десорбции электролиза для участка цельнометаллургического завода, внедрение технологии высокотемпературного сжигания, деструктора для утилизации отходов производства и подкрепления на месторождение Суздальское. Так как на прошлых общественных слушаниях у нас были вопросы, на которые не были даны ответы, мы хотим сегодня, так как проводится повторное общественное слушание, дать наши пояснения и ответы. Также согласно пункту 35 правил проведения общественные слушания повторные проводятся в части недоработанной, то есть в тех замечаниях, да, вопросов, которые были на предыдущих слушаниях.
хотим как бы пояснить, что данный проект НДВ, который был приведен к материалам для получения заявки, он уже согласован и получено разрешение от 2 декабря 2022 года. Действующие проекты НДВ, никакие корректировки, изменения по нормативам и по технологии внесены не были. В данных проектах мы рассматриваем данный материал заявки, так как только рассматриваем на период строительства этих 4 рабочих проектов. На прошлых общественных слушаниях у нас были вопросы от партии «Зеленых Байтак» и также от жителей села Кокентау. Я обязана зачитать вопросы и ответы, которые мы хотим вам предоставить. Если будут вопросы, также можете как бы, говорить о шаму. Неліктен сұрақтар, я бойынша бірінші сұрақ. Неліктен бақылаушы органдардың ұлсатсыз қалды қоймасын алтыншы кезегін құрылысы сол жерде басталып кетті. Қалды қоймасын алтыншы кезегін салу және пайдалан жобасы экология сараптамадан өткен болады. Құрылысты әсер етіп ұлсатын алуға өтінім берілді. Құрылыс уақытын ойталандыру мақсатында дайындық жұмыстары басталды. Қоғамдық тыңдаулар жарамсыз деп саналған кезінен әсер ету рұқсатын алғанға дейін барлық жұмыстары тоқталатын болады. Екінші сұрақ. Қолданыстағы қалды қоймаларына жүргізілген мониторинг нәтижелері туралы неге біз ақпарат алмаймыз? 21 жылғы 14-ші шілдедегі номер 250 бірінші және екінші санаттардағы объектілердің өндірістік экология бақылау бағдарламасын әзірлеу ішкі есепке алуды жүргізу, өндірістік экология бақылау нәтижелері бойынша мерзімді есептерді қалыптастыру және ұсыну қағидаларға сәйкес өндірістік экология бақылау электронды нысанда компания google.kz интернет ресурсында қоршаған ортаны қорғау саласындағы уақытылық органның ақпаратын жүйесіне ұсынылады және жалпыға қолжетімді болып табылады. Келесі сұрақ. Олардың бұл шарттарына және ішінен шан тозан таралып жатқан туралы ақпарат бар. Жұмыс істеп тұрған қалдық қоймалары су қабатының астында орналасқан. Пайдаланған қалдық үйінділері құрғақ және желді ауа райында жел бетінен шан кетпес үшін суарылады. Келесі сұрақ. Бұрынғы қоғамдық тыңдауларда көпелді қоғамдық кеңесі мүшелерінің су учаскесінде жүргізіліп жатқан жұмыстармен танысу және визуалды тексеруді ұйымдастыру мәселесі көтерілгенімен бұл мәселе әлі шешімін тапқан жоқ. Бұған дейін қоғамдық тыңдауларда фикалер өкілі әлі суды учаскесінде жүргізіліп жатқан жұмыстармен танысу және визуалды тексеруді ұйымдастыру үшін Көкектау қалалық қоғамдық кеңесі мүшелерінің ресми хаты қажет екенін айтқан болатын. Қоғамдық кеңестер туралы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес Көкектау қаласының қоғамдық кеңесі әлі фикалиялық жүргізілікті атқарушы орган бекіткен жұмыс тобының құрамымен ұйымдық құрылымымен өкіліктерімен таныстыруға міндетті. Мақсаты мен міндеттері осы күнге дейін Көкентау қалалық қоғамдық кеңес мүшелерінің ресми хаттар мен ұсыныстар түскен жоқ. Сондай ақ қоғамдық кеңестер туралы Қазақстан Республикасының заңының бірінші бабының бірінші тармағына сәйкес Көкентау қалалық қоғамдық кеңесі консультативтік кеңесші бақылау органы болып табылады және заңды түрде тексеру жүргізуге құқығы жоқ екенін атап еткіміз келеді. Сөз учаскесінде жүргізіліп жатқан жұмыстар бұл тексеруді мемлекеттік органдар индустриялық даму және өнеркәсіп қауіпсіздік департаменті, төтенше жағдайлар департаменті, экология департаменті, санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті жүзеге асырады. 23 жылдың басына бері фикалел Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуына 6 тексеру жүргізілген болады. Төртінші сұрақ. Сузерский учаскеде өте аз ауыл тұрғындары жұмыспен қамтылған. Қазіргі таңда Суздаль кен орнында 33 Көкентау тұрғыны жұмыспен қамтылған. Фикалел басқа ауыл тұрғындарын тиісті біліктілігі мен бос жұмыс орындары болса жұмысқа алуға дайын. Бос жұмыс орындары туралы ақпарат бос орында HeadHunter сайтында Instagram, Telegram әлеуметтік желілерінде орналастырған. Бесінші сұрақ. Зум бойынша қатысушылардың қойған сауалдарының
сүйлеуіңізген жобаларды жасау кезінде шығарымдау нормалары бұрыннан ескірген және күші жойылған ережелерден алынған, осылайша халыққа шығарындыра туралы өзекті емес мәлімет берілген. Қоғамдық тыңдауларға тартылған қоршаған ортаны қорғау саласындағы кейбір әдістемелік құжаттарды бекітпеу туралы Қазақстан Республикасы қоршаған ортаны қорғау министрінің 2008 жылғы 18 сәуірдің нөмір 100 бұйрығы әлі де қолданыста. Сонымен қатар аталған әдістер өзектілігі туралы қоршаған ортаны қорғау министрінің 22 жылғы 14 маусымдағы жауабы бар. Сол бәрі айтылған ережелер олар қазір олармен қолдануға болады. 6-шы сұрақтың тыңдауларына қатысушылар экология бақылау органдарының 10 қорытынды бар жоғына қатысты қойған сұрақтарға жауап берілген жоқ. Жер учаскесіне өзі де абаттандыру жұмыстарын жүргізілмейді. Жыл сайын Суздальский учаскесінде абаттандыру жұмыстары жүргізіледі. 23 жылдары көктемінде 120 сәндік ағаш көшіктері отырғызылды. Жетінші сұрақ, неліктен оксидін әдіспен өндіруге пайдаланған қоқыс үйінділеріне рекультивация жұмыстары жүргізілмейді. 2017 жылы үйінді шаймалау учаскесінің рекультивациялаудың техникалық геология кезінде және нөмір екінші үйінді рекультивациялаудың техникалық кезіне анықталды. 2017 жылы қайтарылған жерлері қабылдау тапсыра акциясына Семей қаласының жер қатынастары бөлімінің басшысы Медеуов төрағалық еткен комиссия қол қойды. Супер кен орнына қалған объекттерді жұмысқа тартуға мүмкін және оларды рекультивациялау кен орнын игерудің аяқталуына жоспарланған. Жер қойнауы пайдалануға арналған келісімшарттың қолдану мерзімі 2034 жылға дейін ұзарту перспективасымен 2028 жылға дейін. Келесі қоғамдық тыңдауларға тапсырылған жұмыстарға жан-жақты жауап алу үшін экологтар бөліп талқыланып жатқан жобалар бойынша құзыретті мамандарды жіберуіңізді сұраймыз. Ол қабылдап дайынсыз сұрақтарымыз. Келесі бізде Байтақ партиядан сұрақтар болған. Оны орысша оқысам болады ма? Я болмыстар не? Это вопросы касаемо по методичкам, по проекту НДВ. На казахском просто как бы будет немного дольше и сложнее. Вопрос по расчету. Первый вопрос. Вопрос по расчету при сжигании промасленной ветиши в котельной АБК, идентификации состава выброса твердых вещества, пронормированной как пыль неорганическая менее 20% силициума-2. Сама по себе ветошь органический материал следует нормировать выбросы при сжигании органики по взвешенным веществам. При расчете сжигания ветоши выбросы твердых частиц нормированы как пыль неорганическая с содержанием силициума О2 менее 20% на основании того, что возникал вопрос при заполнении отчета 2ТП воздуха. Отделом статистики было сделано замечание, что нормирование по взвешенным веществам некорректно, так как на предприятии, как правило, не проводятся лабораторные исследования взвешенных веществ на содержание в них частиц того или иного размера, а именно это взвешенные частицы РМ2,5 и РМ10. То есть нормирование осуществляется без учета размера взвешенных частиц. Если таких исследований нет, а таких исследований, как правило, не бывает, то при нормировании была дана рекомендация нормировать по пыли неорганических соединений силициума 2 менее 20 по 29.09. ПТК пыли неорганической капли взвешенных веществ составляет 0,5, что при расчете рассеянной частицы в равной степени. Кроме того, ветошь является органическим материалом, как и древесина, в составе шахтной крепи. Содержание кремния диоксида у нас 3%. Согласно паспорту отходов, так, что также позволяет отнести твердые частицы при сжигании ветоши к пыли неорганические. Следует отметить, что данный расчет был принят и согласован государственной экологической экспертизой. Проект НДВ прикладываем в состав материала для получения разрешения на строительные работы. Согласован государственной экологической экспертизой при получении экологического разрешения на воздействие от 2 декабря 2022 года. Действующий проект НДВ изменения не вносились. Нормативы выброса загрязняющих веществ не корректировали, что было указано при подаче материалов для получения разрешения проведения строительных работ. Второй вопрос. То же самое при сжигании древесины обосновали обозначение выбросов по пыли органической менее 20% силициума-2, а не по взвешенным частицам. По данным замечания, ответ аналогичен ответу проведенного замечания выше. Также согласно паспорту отходов, состав шахтной крепи, у нас содержание кремния составляет 3%.
Следующий вопрос. При сжигании ветоши не учтено процентное содержание ветоши мазы. Расчет по маслам необходимо производить отдельно, поскольку при сжигании мазы выделяются другие загрязняющие вещества, твердые вещества, сажа, углерод, также различная озоненность, теплота сгорания, наличие серы, содержание масла промасленной ветоши около 15%. Согласно паспорту отходов, на промасленную ветошь содержание масла ветоши составляет не более 12%. При сжигании ветоши в объеме 1 тонн содержание масла составляет 0,12 тонн. При расчете выброса загрязняющих веществ при сжигании 0,12 тонн масла образующиеся выделения можно пренебречь, так как они ничтожно малы. Следует отметить, что данный расчет также был принят и согласован и выдано разрешение от 2 декабря 2022 года. Следующий вопрос. При расчете максимального секундного сжигания топлива котла КВ-07К применяется КВД котла 0,633. На основании чего принято такое значение? Согласно техническим характеристикам котлов, при КПД 80% температура выходящей воды составляет 95 градусов. Согласно температурному режиму работы котельной АБК, температура выходящей воды в летнее время составляет у нас 55-65 градусов, в зимнее время 68-85. Соответственно, КПД котлов в среднем составляет 63,3%. Пятый вопрос. При расчете выброса при обращении с Эрошаковым наклоном выброс идентифицируется по пыли неорганической менее 20% силициума 2, в то время как содержание в любых Эрошаковых отходов составляет не менее 50%. Необходимо исправить загрязняющие вещества на пыль неорганическая 70-20 силициума 2. При расчетах выброса при обращении с изолошаком отком выброс твердых частиц занормирован, как пыль неорганическое содержание силициум от 2,7020, код у нас 2908, таблица нормативов пыль тоже идентифицируется верно. Таблица расчетов у нас была как бы описана, печатка и указана пыль неорганическое силициум от 2. Но в разрешительных документах и везде в таблицах нормативов у нас занормирована пыль силициум от 2,7020. Расчет пыли, выброса пыли в атмосферу от тропилок и грохота выполнен согласно действующей методике расчета выброса загрязняющих всех пыль для производства строительных материалов, приложение номер 1 к приказу министра охраны окружающей среды РК от 2008 года, номер 100, утративший приказ, силу приказа министра экологии и геологии природных ресурсов от 10 марта 2021 года. В соответствии с приказом номер 63 от 10 марта 2021 года с 1 июля 2021 года утратил приказ от 16 апреля 2012 года. Приказ министра охраны окружающей среды от 2008 года о подтверждении отдельных юридических документов в области охраны окружающей среды действует по настоящее время. Кроме того, имеется ответ министра экологии от 14 июня 2022 года по вопросу актуальности указанных методик на номер обращения 742-321 и 707-209 от 3 июня 2022 года был учтен ответ министра экологии, потому что методики расчета выбросов на сегодняшний день являются действующими. Следующий вопрос, это у нас восьмой вопрос. В целом, по первой линии ДСК на всех участках выброса узлы, пересылки конвейера, дробина, сортировочного оборудования, необоснованно применен коэффициент пылеподавления 0,5. На второй линии для всех источников использован коэффициент пылеподавления 0,8. При этом ничего не говорится о сокращении выбросов на первой линии, не прописаны какие-либо мероприятия по пылеподавлению, также отсутствуют пылеулавливающие установки. Вопрос о занижении выбросов по первой линии на 50%, по второй линии прописано для уменьшения интенсивности пыления на узлах пересыпа предусмотрено увлажнение воды водой до оптимальной влажности. Вопрос, на основании чего принято, что орошение водой на узлах пересыпки дает пылеподавление 80%. Причем по всем источникам линии, в том числе по конвейерам, дробинам, сортировочному оборудованию и не только на УП. Предупреждение образования взвешенной пыли и рудничной атмосфере и на рабочих местах обеспечить за счет следующих у нас мероприятий. Устройство водяных завес на воздухопадающих горных выработках на шахты и местах погрузки по перегрузки горной массы, смыв осевшие пыли с поверхности выработки забоев, увлажнение горной массы при погрузке и разгрузке. Из выше сказано следует, что горная масса на всех этапах добычи и переработки идет во влажном состоянии, что учитывается коэффициентом. Кроме того, для снижения выбросов пыли при производстве работ на ДСК предусматривается дополнительное пылеподавление путем орошения руды, поступающей на давление при помощи насосного оборудования. Линия ДСК номер 1 является резервной, линия ДСК номер 2 основная. Поэтому решение на второй линии принимается оптимально возможное 80% согласно таблице 3.1.8 методики расчета выбросов загрязняющих веществ от размера предприятий по производству строительных материалов.
По поводу методичек, там есть вопросы, а не актуальности методичек, да, не ответил на вопрос, что на данный момент все методички, которые указаны в РДВ, у нас являются действующими и актуальными. Последний вопрос. На предприятии утилизируются некоторые виды собственных опасных отходов сжигания в котельной АБК масла, масла, консистентные смазки и промасленные ведыши. Обосновать законность проведения данных процедур на предприятии, имеет ли предприятие лицензию на обращение с опасными отходами. Сжигание промасленной ветоши и консистентной смазки предусмотрено в действующем проекте НДВ. Отработанные масла не сжигаются, а передаются по договору. Согласно пункту 4 статьи 336 Экологического кодекса Республики Казахстан, при обращении с собственными опасными отходами лицензия не требуется. Это данные вопросы, которые поступили от партии Байтак. Мы ответили. Хочу заметить и подчеркнуть то, что эти вопросы касаются уже действующего НДВ, на который предприятие получило разрешение. Данных материалов заявки мы просим на строительные работы тех четырех рабочих проектов. В НДВ, действующем НДВ, никакие корректировки нами не вносились. Мы просто проводим ознакомление вас с четырьмя рабочими проектами на строительные работы. Как-то так. Будем. Срахтан сбылся. Не, ну, говоришь, ладно. Нет, голосуем. Тоже там работают.
вопрос в том, в новых проектах, которые АО Фикалин хочет провести. Ладно, если старый там хвасты не поливает, а зачем нам новый еще больше нам загрязнение? Просто экологиялык бизде кодекс жана шакта 21-ши жылдан 21-ши жылдан бастап Ону да айтайын. Казирде ой суша десе деп биз көзгө жооп койдук, кулагыбызды так койдук, сосын сүйлөй бердик. Биз өткөн кайсы сонун деп. Жок, мен сизге түшүнүп кетейин. Бурун а биз аяктып түгүн билбин. Эч ким сендерге уруксат бермеди. Мен сизди я, мен сизди түшүндүм ага. Просто бурун мындай коомдук не болгон жок, э? Болгон жок. А Фикалил не Эти просто экология тапсырып берет, разрешение жасады. Қазір мне 21 жылдан соңынаны енгізді, я экологический кодекс деп. Сізге келіп, сізге рұқсат аламыз деп ертіп тұрған жоқ олар предприятия. Сізге жай қысқаша хаттамасын беріп алды. Қандай проект, қандай жаңа жобалар енгізіледі. Мына мониторинг бойынша сіз айтасыз, я біз көрмейміз, біз білмейміз. Олар мониторинг жүргізіледі. Олар қазір міне жастар отыр ғой, я экологический порталда, экопорталда бәрі ашық түрде көрсетіп тұр. Мына кісі сіз кіріп көріп, сколько вас проверок было? 6 проверок, да, сначала 23. 23 жылдан бастап 6 проверка өткізді. Мынада максимер емес. Енді бұрын департамент экологияға, Абай облысының департаменті келіп, комитет келіп, регулярно фекалияда неде проверкалар өткізеді. Оны сіз міне кісілер міне әкім де біліп тұр, оны хаттама жазыңыз, если рұқсат берсе әрине сізді кіргізеді, бірақ мынау частный территория, сіз оны енді өзіңіз оқыпсыз, ол енді мониторинг жүргізу, проверка жасау, ол сіздің не құқығыңыз жоқ, лайық жоқ. Не комитет проверканы өткізеді, департамент Абай облысының проверкасын өткізеді, оны сіз де әкім де оны хаттама жазып департаментке департаментке ұсынысты беруіңізге болады. Қандай мониторинг жүргізді, қашан, қандай су, ауаны, жердің несін, химический несін пробасын ала ма, қандай показатель деп, повышение бар ма, жоқ па, оны сіз департаментке, комитетке жазсаңыз, оны сізге полностью береді. Даже экологический порталда, экопортал бізде бар, біз міне портал сайын, я біз мониторинг жүргізіп, отчетті жасап, олар бейнесілет неге сол порталға бәрін көрсетіп тұрады ашық түрінде. Любой кісі кіріп оны қаралады. Жоқ, қарайдысыз, біз оны қарайдық. Бізде ана жоқсыз. Қастар болып тұр ма, ағып жатыр ма, травинкада шаң қалай, соны бәрін өзге көріп бар бетін ғой. Егер сол департаменттен экологиядан разрешение сендер алып, соны мекеп тексерсе, одан не болып жатыр, аласа бастар, біздің үйіне басып жоқ. Енді ол міне бізде правила бойынша қазір любой жоба, я енгізілетін жаңа жоба, сол сізге келіп, соның хаттамасын, сипаттамасын қысқаша сізге беруіміз керек. Сол не жаңа правила бойынша, жаңа экология кодексіне енгізілген 21-ші жылдан бастап солай сондай заң шықты. Енді біз қайтеміз, біз мынаны өткізбесек бізге уже не рұқсат бермейді. Бізде осы рұқсат бермейді, өйткені сендер соңғы халыққа өзіңізді қуып берген деп отыр. Голосование жоқ, сіздер рұқсат бермейді. Енді бізге повторный слушание заң бойынша біз солай жүргізуіміз керек. Каждый не жаңа енгізілген жоба бізге сізге қысқаша сипаттамасын беру керекпіз. Біздің артымыздағы болашақ кейін біздің бетімізге түкірмейді ме? Сендер тағы қарамай тұрып емнеге рұқсат бердіңдер? Жоқ, оны рұқсат, сіз рұқсат бердіңіз деп айта алмайсыз. Сіз емес, оны департамент, комитетке рұқсат берді. Енді заң бойынша солай. Отыр, заң бойынша. Заң бойынша. Ирігері болып беруіңіз. Бұрын, жоқ, онда біздің алты уақытымыз алып, мына жерге бітесі болды. Енді заң бойынша біз де заңды атап кетпейміз. Айта айтасың, біз алты уақытымызды босқа өткізіп, бұнда не үшін келіп отырмыз? Жоқ, енді заң, сіз қалайсыз ғой, заң бойынша жұмыс істепсің деп мынадар. Енді жарайды, сізді жинамаса, өздерін жинап, өтіріп былай істедік деп нетсе, сосын тоже той істесеңіз де ағай құрсандар жерейсіз ғой. Бұл территория осы знаменге жақын болғаннан кейін сіздер жоқ, той тойшыны айтпа, бұл бала біздің болашағымыз, келіп біздің келесі немереміз, даже өміріміздің
экологиясы болып тұр. И келіп көреміз десеңдер, жаңа айтты ғой, хаттама жіберсін. Мынадай кісі міне төрт кісі ма үш кісі ма, хаттама түгел жаңағы мына кісінің несінде айтты ғой, сендер рұқсат керек емес. Жоқ, рұқсат сендер қарауға рұқсаттан тұр. Неге жоқ? Сізге жаз официально хатпен жіберсеңіздер, мынадай кісі алты уақытыда не болды. Все расчеты, они это проверяют,
И вот у них мы получили разрешение. Сейчас мы до вас доводим эту информацию, это общественное слушание, для того, чтобы довести до вас информацию и сказать, вот мы рядом с вами находимся здесь, мы вот за горочкой, и мы делаем все по закону, по тому закону, который нас с вами всех регламентирует. И мы говорим, что вот все полностью по букве закона, мы все утвердили, и сейчас мы начнем строить. Как закончим строить, перед запуском по новой будет проверка, все это будет проверяться. Нам тоже, у нас ни у одного из руководителей и вообще в целом руководства компании нет желания какой-то, знаете, создать себе проблем и что-то пройти мимо закона, какие-то усугубить ситуацию. Потому что, сами знаете, рано или поздно все вылезет. Все вылезет и будет намного хуже. Взять пример ArcelorMittal, да? Карагандинскую ситуацию, сейчас все знают. Вот. Таких проблем никому не надо. Я сам являюсь директором шахты. В моем подчинении 350 человек в шахте находится. И мне надо, чтобы все они спустились и все вышли, чтобы все спокойно отработали, чтобы здоровые, целые, как пришли, так и уехали, чтобы отработали, все получили зарплату и все домой пришли. Вот мы сейчас как раз таки и показываем то, что мы все руководство хотят то же самое. И вот показывают все документы, все проекты, на все вопросы, которые вы задаете, они готовят ответы, готовят. Почему сразу не отвечаете? Потому что охота досконально полностью ответить на вопрос. Поэтому не всегда получается сразу ответить. Вот. Поэтому это просьба просто с пониманием отнестись к этому всему, понять, для чего мы здесь собрались, выслушать друг друга. Мы вас выслушаем, вы нас выслушаете. И прийти к общему пониманию, что для чего это все как делается. Да, конечно, какие-то риски имеются, будут. То есть там где-то что-то запыленность, какие-то утечки. Это может быть. И мы эти риски понимаем. Но мы как раз таки и занимаемся добычей полезного копаемого, оно само по себе подразумевает риски. Никуда от них не деться. Точно такие же, как вот ездит машина, у нее есть выхлопы. Но мы же не берем себе машину, потому что у нее есть выхлопы. Мы берем машину, потому что от нее больше пользы, чем негатива. Так и здесь, от этих хвостов больше пользы, чем негатива. Вот это мы и хотим показать, что оно есть. Все, Рафаэль, ты все... Чтобы просто донести, чтобы мы друг друга просто внимательно слушали. Да, ваше мнение вообще не учитывалось. Да, до 21-го года уже есть, пайда заңын ойлап, яғни сен ақыл сөзін, пайда заңын ойлап, яғни сен шеге берді деп отырсың ба? Жоқ, аға, олай емес. Сен сөзі сол болды деді. Я, олай емес, аға. Я просто привел пример, что... Сол пример, сол баған, бізге сол, мен біз прибылды ала берейік, сендер заман сен сондай нелер айт. Жоқ. Сен қандай бастық болсаң, ол сен қателік болды. Жоқ, аға, онда не в этом смысл бұл. Осындай біздің, міне менің ойымда солсын. Сенің ойың сол, Россия пайдасын таба берсін, Қазақстан одан әлі деген сөзді айт. Ауда шыққан сөзді байқап айтып ол. Сенің айтқан сөзің сол болды. Россия пайданы көре берсін, Қазақстан ауада зиян шеге берсін деген сөзді айт. Сонда сөздер вообще айтты. Кім айтады сол? Осының ақыл сөзі қандай болды. Я сказал о том, что любого производства, что бы мы ни делали, Байқап сөзі келді деп. Сенің сөзің сондай болды. Вот, аға, слушай, Дустав. Что бы мы ни делали, вообще в целом, даже если мы дом строим просто себе, да, просто дом строим, вот, от него пользы больше, чем от него проблемы. От него проблемы будут? Да, будут. Это проблема, а сен, она, он, заразнение воздуха. Вот, разница, вот, то же самое. Мы дом строим, сам дом строим, печку топим. Этот выброс, тот же самый угол, тот же самый углекислый газ, тот же самый негатив. Но при этом мы отапливаем дом, мы готовим пищу, мы согреваемся сами. Я сейчас не про то, что Россия транзамная группа, да? Арашене жүргетті ғой, Астахан ішін. Сон Қазақстан заңы бойынша арашене жүргетті бі, егі және қосының, полмысы қосының бетін су жауып тұру керек. Бұл және ақ дұрыс. У нас действующие хвостохранилища, они находятся под слоем воды. Те хвостохранилища, которые мы уже до проектной отметки чашу заполнили, оборотную воду забрали, вот все хвостохранилища мы орошаем. В планах у нас точно так же посмотреть проект по
по рекультивации. Но рекультивация в основном у нас заложена на конец обработки месторождения. Значит, вопрос, да, вопрос, конечно, рассматривается, это сделать чуть-чуть пораньше. Но здесь нужно учитывать, что у нас хвосты идут, цианидная чаша и гравитационная чаша, они вместе, они хвостохранилище. И хвосты цианирования мы перерабатываем повторно. И вот чтобы не нарушить, пока мы не можем одну чашу провести рекультивацию, а вторую оставить нетронутой. То есть при производстве работ могут произойти нарушения. Поэтому мы приняли решение, что вот пока мы не придумали, что можно еще сделать, а пока чашу, которая у нас не работает потенциально, мы ее орошаем. Орошаем ее в летнее время и орошаем ее в ветреное, в сухое. Қанша су қалды? Өйткені сіздер жаңағы неміз фазамен су алған, жердің астында су бір ғой бәрімізде. Су бар жерде азайып барады. Су біздің даже мен айтамын сізге біздің малымызға да жетпей жатыр. Қалада. Су жан-жақтан азайып барады. Енді ойлаймын да, жердің астындағы су бәрі бір су болып, алып жатқан су бір деп. Фекалиялды олар әдемі ол проект. Бірден проект, допустим, выбросов, сбросов. Сол проекте отдельно он тоже не ТЭП, разрабатывая ТЭП, определенный объем суга департамент и комитет усадки. Мне природный шиле, нам дает суда Аласис, и Олда, у фабрикада оборотный суд. Сол су алған суды, олар оборот алған жереді. Каждый не сайын, а сайын олар определенный ғана объемды алады суд. Ол отдельный проект, проект ол сол не материал разрешения разрешение на отрад, сбросы ветра, а гидрогеологические исследования есть? Нет, тут это просто вопрос был такой. Да, что вода. Вы потребляете определенное количество воды месяц в год на заводе. Вот это количество воды, с кем говорит, он согласовывается? Вот в ближайших скважинах сейчас, говорит, уже нет воды. Ближайшие хозяйства даже вот эти уже не могут боиться со скважинами. У них ушла вода. Как решается этот вопрос? Вопрос, смотрите, давайте. Разрешение дает посевная инспекция, в которой есть подсчет запаса всей воды и потребления наших. Соответственно, тоже он с ним согласован. Кроме того, что вы говорите, и ваши скважины, вот вроде бы казалось, в прошлом году Знаменское озеро, вообще Баковка, даже там было взрыва, воды было много, да? Хотя снега практически не было. В этом году было много снега, но воды нет. Это не говорит о том, что мы забрали эту воду или потребили. Согласитесь, это фактически какая вода ушла, или на мокрую землю снег лег, или он на замерзшую землю лег, и просто поверху верховодкой вода ушла. Также наши скважины находятся рядом. Питьевые скважины находятся рядом, которые мы ежедневно мониторим объем воды, глубину уровня воды в скважинах. Он, вот в этом году он стоит на том же уровне, на тех же питьевых, на этих. Качаем мы ежедневно получаем. Поэтому, как бы сказать, в какой-то в одной скважине есть скважины, которые те же 10 скважин технической воды получается, их через каждые 3 дня меняется, потому что дебит, приток небольшой. Геологические все изыскания, бурения по скважинам, это осуществлял еще при Алтай золоте в 80-х годах. Большой воды здесь нигде нет, ее не найдешь. Артезианскую скважину никто пробурить не даст, это уже водные запасы государства. Дается только поверхностные воды и не глубже 70 метров. Дальше государство не даст бурить, оттуда брать воду просто-напросто. По зараженности, если вы делаете хвосты, пылят, как бы и все, тогда сколько крестьянских хозяйств вы посчитаете, и сколько скота пасется вокруг Суздаля. И все нормально. Сколько зайцев у нас живет на территории. Если бы это конкретно было вредно,
до такой степени. Этого бы ничего не было, была бы пустошь. И первоначальный вопрос тогда нужно задать, что вредные технологии, вот этого нельзя, использование цианида, потому что хвосты курят все. До 93 года, до 90-го, в Советском Союзе запрещены были работы с цианидом. Месторождения были, отработка на цианиде, но они были запрещены, потому что вредные. Наше правительство 33 года назад дало добро на все эти технологии, которые были при Союзе, как вредные для населения, запрещены. Вопрос нужно начинать оттуда, в таком случае. А прикрывать, как бы, и все, дальше людям тоже нужно работать, и нужна заработная плата, которая дается. Получена определенная на оборотную воду, и это все согласовано, карты, объемы, на оборотную воду, на фабрику, также на питьевую. Это все определенные объемы, которые зафиксированы, больше. Плюс она очищается, и оборотная вода. Сколько уходит на испарение, как бы на все, добирается только необходимый остаток. Почему? Просто хранилище флотационное, это чистая оборотная вода, без которой технология работать не может. Цианид используется для расщепления. Здесь уже как бы никуда не денешься, ну, чтобы разнести, донести. Если реально так вредно, почему ни один крестьянин не пришел? Границы вот они, кучи. 15 крестьянских хозяйств, которых объединилось, лошади, коровы, все ходит. Но если вы считаете, что так это вредно, почему вы своим односельчанам не скажете, там же вредно, ты же потом мне это мясо продашь, и я эту отраву съем. Вы же этого не говорите, правильно? Скот этот растится, и дальше уходит все, и тогда мы весь себе палатность получается, а остальные тоже травят. Или это не так? С обратной стороны посмотрите тоже на этот вопрос. У нас санитарно-защитная зона километр от крайних источников выброса. Один раз в квартал мы делаем замеры на границе санитарно-защитной зоны. И показатели по загрязняющим веществам нигде, ни в одной точке у нас не превышают предельно допустимые концентрации. Вы находитесь в 15 километрах, это еще больше. Потом еще один момент. Вот когда у нас инновационный Казахстан и всех обязали крупные предприятия поставить автоматическую систему мониторинга на источниках выбросов, мы поставили еще от предприятия в сторону Кокентау автоматическую станцию мониторинга на границе санитарно-защитной зоны. То есть вот сейчас у нас идет пилотный проект по приему передачи данных. То есть Министерство экологии на платформе, которая принимает данные от всех предприятий, как бы, ну, мы учимся передавать, они учатся принимать, а мы учимся передавать. И все эти данные у нас на центральной отдельной два источника, и вот на границе санитарной защитной зоны одна АСМ. Мы эти данные будем в режиме реального времени передавать. Сейчас пока у нас эта передача в министерстве не налажена, она у нас передается. Передача идет. Идет просто на ноутбук в кабинете эколога у нас. И там точно так же мы видим, что ни в один день у нас на границе санитарной защитной зоны превышений по загрязняющим веществам, по выбросам нет. Это вот потому что вы говорите, ну вдруг у нас там пылит, мы загрязняли, и на вас это каким-то образом может отразиться. А нет, если на расстоянии километра уже все чисто, то на расстоянии 15 километров оно еще более чище. То есть это потому, что мы все-таки не оказываем негативное влияние на, вот, ну, на человека, да, на растительность, на окружающую среду. Еще пара вопросов есть, просто люди не смогли часто, просто попросили задать вопрос. Первый вопрос по отпаду оксидного завода. Вот этот оксидный завод уже сколько лет закрылся. Почему вот эти отправы обратно не закидывают вот эти, в карьеры? И почему не производится вот этот демонтаж вот этого остатка завода? Ну, скорее всего, что кто задавал этот вопрос, немножко не владеет ситуацией. В 2017 году мы провели
активацию вот этих вот куч, кучи, да, называются. То есть технологией предусмотрено, что эти кучи, которые мы вот в свое время орошали, они нейтрализуются, то есть мы их промываем, нейтрализуем, берем пробы, что все нормально, и проводим рекультивацию. Мы это и сделали. У нас было выполаживание откосов, то есть теперь там, где у нас были кучи, это у нас холмики, мы посеяли траву, и, ну, к сожалению, я сейчас очень быстро не смогу найти фотографии, ну, те, кто у нас работает, и если вот вы там с обратной стороны поедете, вы увидите, что бывшие наши кучи, они у нас уже превратились в холмики, которые заросли травой. То есть рекультивацию в 2017 году мы выполнили, акт рекультивации мы подписали с участием земельного комитета. Ну, эти, так, сам завод, тот, который был активный завод, мы его тоже переделали. Сейчас у нас там склад по взрывчатых материалов. Да. То есть вот активный завод у нас уже не существует, куча не существует, мы это все уже травкой засадили. Второй вопрос от вашего соседа, КХА «Сима», завода Сабова, вот со стороны его участка, с северо-западной стороны, получается, за отвалами у вас там есть огороженный участок, где вы туда выбрасываете вот эти отходы, там пластик, бумага, вот это все. И это все разлетается и засоряет якобы его землю. Я летом звонил пару раз, спрашивал, вот, вас не было, я с одним, кажется, разговариваю, что я отметил. Ну, они вроде обещали убрать вот этот мусор, я не знаю. Да, мы проводили субботники. Этот Салакас Болот мне единственное горожалось. Да, то есть... Можно по этому вопросу? Вот один из этих проектов, это действительно, тут, да, возникло сжигание вот этих отходов, чтобы там больше не было. Это все то, что есть, засыпется, а все остальное должно сжигаться. Вот разрешение на строительство. Ну, я понял, вот это как построится деструктор, там будет сжигаться, а кто это? А вот сейчас, алло, могу сказать, что два месяца назад мы там сегодня проводили, я лично выделял людей, ходили 5 человек, полностью руками собирали весь мусор, который можно было. То есть привезли технику, все собрали. Если там что-то еще опять разлетелось, мы обязательно, конечно, соберем это все. Ну, просто регулярно мне высылает. Да, да, да. Вчера он был у нас в офисе, мне было жалко. Вчера с ним встречались. Сейчас он просто сено не кусит. Когда сено кусит, он тоже пришел. Он вообще почему не сказал? Он всегда звонит сразу, если что-то возникает. А вот вопрос. Есть вопрос. Есть разрешение на спецводопользование от Иртийской бассейновой инспекции. Да, у нас есть разрешение от Иртийской бассейновой инспекции. У нас есть северный, западный, водный, так скажем, подземные воды, да, они делятся на точно так же участки. Вот у нас есть разрешение на северный, западный участок, на забор воды, на центральный участок. Плюс у нас есть разрешение на шахтные воды. Дополнительно к этому у нас есть разрешение на сброс постбытовых вод на поля фильтрации. То есть все, что вообще предусмотрено законодательством по разрешениям, все эти разрешения у нас есть. Можно, да, вопрос? Да. Смотрите, мы в прошлом году мы провели оценку биоразнообразия на участке. После того, как нам вот выдали, что, ну, у нас на территории находятся краснокнижные, да, мы заказали оценку воздействия. Значит, краснокнижный журавль-красавка у нас находится в 20 километрах от участка на озере. А сама территория месторождения
на ней краснокнижных и редких исчезающих ни животных, ни растений нет. Пути миграции через наше месторождение не проходят. И по растениям, ну то есть вот редких исчезающих и занесенных в Красную книгу именно на месторождении нет. А вот по краснокнижным нашли в 20 километрах от нас. Ну, с одной стороны, это хорошо. У нас вот где-то далеко, ну, не так далеко от нас есть краснокнижные, которые прекрасно живут, там их несколько семеек, и мы на них никак не влияем. Смотрите, в настоящее время это у нас центральная котельная, которая в летнее время не работает, да, поэтому режим работы периодически. Мы подписали согласие, ну как-то это вот, я не знаю, как это правильно назвать, то есть к нам пришел запрос, да, готовы ли мы участвовать в пилотном проекте по передаче данных. Да, мы согласились. Разработчики, которые нам проектировали и устанавливали АСЭМ, они работают напрямую с министерством по передаче данных. И, в принципе, вот, ну, да, у нас работа ведется, как только министерство сможет принимать, мы сможем передавать. То есть работа идет. Ну, вот, смотрите, по комплексному экологическому разрешению, да, у нас там же сроки тоже есть, да, с какого времени мы обязаны проводить. Мы в прошлом году прошли комплексный технологический аудит. Это то, что предшествует получению комплексного экологического разрешения. То есть сейчас разрабатываются справочники по наилучшим доступным технологиям. И как только у нас все справочники будут готовы, тогда мы тоже будем готовы получать комплексное экологическое разрешение. Да, это с 25 года. Так, еще вопрос. Специально водопользование у вас закончилось в 22 году, 31 декабря. Согласно представленных материалов, оно отсутствует? Нет. На экопортале, который прикрепили? Нет, у нас... разрешение на спецводопользование у нас идет с марта, если не ошибаюсь, 21 года по 25 января 26 года. По сбросам, да? Так, по сбросам разрешение на сброс выдается, да, оно выдается на период действия разрешения на экологического разрешения, и оно было переоформлено. Есть, да? Да, да, есть. На экопортале что-то мы увидели. Ну, могу поднять. Да, да. Вот со скотов у вас есть договор, но на разгрузку вы скоты в Чингенту возите? Смотрите, у нас договор с ТО «Витапром». Да, у них это под Алматой, часть отходов, которые принимает наш полигон городской, они здесь на своей перевалочной базе сортируют и передают сюда. Часть отходов, которые не принимаются, они увозят к себе, и у них там установлен деструктор, вот такой же, как мы хотим установить себе. Ну, у них там методом сжигания. Они мне предоставляют потом акты утилизации, и в актах написано, что отходы уничтожены методом сжигания. Так, дальше по плану природоохранных мероприятий. Почему у вас одни и те же суммы указаны и те суммы указаны? То есть там отделение не 500, 500, 500. Не увеличение происходит или наоборот уменьшение суммы должно быть? Так было утверждено. Это по годам? Я не очень поняла. То есть в 23-м 500 саженцев, там, в 24-м 500 и в 25-м 500.
Знаете, было тоже, сейчас скажу, 22-й, по-моему, год, у нас было письмо с Акимата, тогда мы еще были в ИКО. То есть, и нам предложили вот с разбивкой на 3 года, ну, так скажем, запланировать вот такое количество саженцев. И был разговор о том, что Акимат будет выделять нам участки, на которых мы эти саженцы будем высаживать. Поэтому вот именно в план природоохранных мероприятий были занесены эти цифры. Вот. Но потом мы стали отдельной областью. Да, мы стали тогда отдельной областью. Вот, в этом году по письму нашего акимата уже области Абай, то есть они у нас запросили разного вида деревья, и мы участвовали тоже в посадке вот здесь, в Каргаиле. Источники разные. Разные источники. Да, 0,166, 0,167. Да, источники разные, условия разные. Там получается трубы разные, там все. Ну, то есть, если мы глубже посмотрим, то мы увидим, что параметры источников тоже разные. И условия там разные. Управление природных ресурсов. Они отключились, да? Нет. А сурат, бізге жұмысқа сұранып отырғанда, сіздің адамдар қандай қанша адам бар? Өскеменде, Интерде, Алматыда, Астанада. Біздің ауылдың тұрғындары, 30-дан 35-дегі адамдар, семьясы, 5 баласы бар, 4 баласы бар адамдар, ол университет колледждерде оқи алмайды, шыны керек. Мен ойымды, мысалы, сізге дробилка бар, тағы да басқа, ол жерге сондай бір университет деген адамдар керек емес. Сіздер алсаңыздар, сол адамды көмектесіп, сол адамдарды қандай да бір корочкаларын іште оқытсаңыздар, сондай бір көмек болса дейді. Болады ғой, мысалы, оған жаңағы драйвингкара істеуге там штрофельщик болуға ол үшін не керек емес, мысалы қызыл диплом керек емес, другой адам істейді оны. Бұл вопрос неше жылдан бері келе жатыр да, жүйеге қойылған жоқ. Жылдары студенттерді оқытты, бірақ мына сіздердің профилі емес, біздің ауылдың қыздарын екі қызды оқытып кеткен, 5 жыл оплатасын жасады, бірақ толық оплатасын жасаған жоқ. Жылына 180 000 ғана бір какой то часть нетіп отырып төлеп отырып қалған төлемейді. Бірақ мына вопрос, мына азаматтың қойып отырған вопросы, сізге мына алел участкі ма, что сол жерге специалист дайындап, сол жерге жұмыс қабылдау жерде ол сізге шығады. Сол жолға қойылады ма, қойылмайды ма? Қойылады. Бізде у меня есть мужинский отдел, там как работать с отсюда со знамя, какие и тесты, машины, Мухамбетов, и
И также у нас 4 из 4 наркорабочих, ну вот это, которым не нужно образование, это просто корочка там, да? Вот. Из 4 трое отсюда. То есть мы по возможности, когда приходит вообще резюме, также в шахте кирпичики приходит 2 человека. Когда приходит резюме, и если я смотрю, что это человек со знаменем, то он сразу становится приоритетом. Потому что если, ну вот проще, когда человек вот рядом живет, его проще привозить, проще увозить, потому что у нас часто бывает, кто-то заболел, надо подменить вот эту вот эту ситуацию, это проще. И поэтому, ну, лично у меня, в ППК, я имею в виду шахте и по горной части, мы рассматриваем именно в приоритете именно тех, кто сознает. Вот по машинскому отделу точно знаю, что у меня там трое есть. Среди крепилей 2 есть. Если будут у нас специалисты, которые будут, ну, придут и будут сами развиваться, обучаться, потому что у нас много очень рабочих профессий, там, ПДМщики, ПСМщики, там кто, кстати, тоже есть сознание, ну, правда, они переехали. Вот, никаких проблем нет. То есть лично я рассматриваю именно так. Если я рассматриваю либо знамя, либо семей. Потому что если кто-то откуда там с воды, мне его неудобно брать вообще абсолютно. Поэтому, конечно, если будут предложения, всегда буду рассматривать. То же самое, когда студенты приезжают. Знамикадан көшіп кеткендерді, пропискасы знамикада жоқ адамдар, біз оны болды, знамиски деп санамаймын. Бізге ауылда отток населения жүріп жатыр. Бізге именно знамикада тұратын адамдар жұмысқа кіру керек. Одан кейін сіз айтып жаңағы геодезияны геологияны бітіргендер кіре алады, бірақ басқа профильда жұмыс істеуге семейдің ондай оқу орындары аз. Жоқ, мен айттым ғой, вот мотоработчик, который. Жұмыс істеп жатқан адамдардың саны мен сонда жұмыс істеп жатқан көкөнтаулық адамдардың саны өте аз. Өте аз. Сознание, как вы говорите, дробильщиком. Вот. Недавно вот устраивался на работу с сознанием, я не помню его фамилию сейчас, регулировщик хвостового хозяйства. Да, там образования ничего не надо. Он приняли его на работу у нас, но, к сожалению, он уволился. В связи с тем, что устроился, подал документы правоохранительному органу. Да, он неоднократно до этого работал, потом уходил, потом мы все равно возвращался к нам. Также вот здесь Амиргазин Нурасыл, слесарем начинал. Сейчас механик, на повышение пошел. Потому что он развивается сам уже дальше. Также вот то, что касается дробильщика, да, образование нужно. Но одно из требований правил безопасности при согласно Трудового кодекса, это квалифицирующее удостоверение. Это не надо там институт заканчивать, колледж заканчивать. Это просто в семье есть курсы, короткие курсы там. Корочку квалифицирующего удостоверения, дробильщик возьмет, без проблем, места будут приняты. Сами. Ну, сейчас это на тот момент готовили. 34 на тот момент сотрудников знамики, кто работает. Там на всяких позициях. И в центральной лаборатории работают здесь. И на заводе работают. Я понял. Вот вы говорите отток, да, я понимаю то, что это, которые переехали от вас. Сознаменки переехали, в городе живут, там семей пусть будет, в Астане там живут, пусть Каменогорск тут живут, но фактически они прописаны здесь. С прописки они не снялись. Многие есть такие. Мы их даем, потому что они не снялись с прописки. Мы не... Мы же не знаем они... Нет, мы же не знаем же, они живут здесь или нет. Он прописан здесь с нами. Значит, прописка с ним, вот сзади. Я просто не могу утверждать, кто из них. Вы вот сейчас говорите, что... Да, ваши, которые родились в знамике, но сейчас живут там в семье уже. Вот Олег, допустим, у нас работал. Он уволился. Ну, тоже отсюда. Так что вам, ваших со знамики, резюме направляйте, да, ну, понимаете, мы по Трудовому кодексу без квалифицирующего удостоверения принять имеем право. А это без проблем, это курсы семьи, Усть-Каменогорск, обучение, это не колледж, это не год, не два надо учиться. Вы
осындай адам керек десе, бұл травинка қой қайда көрші тауып береді. Адам өз жұмыс атқан деген тауып алады. Мен түсінбеймін. Бұл жерде просто у меня просто такой. Ещё надо. Можно это бабу. Посмотри, без проблем сознание. Ну, вот он, да, он, но кроме башки, кроме кожи. Опыт нужен. Должен быть опыт. Это реально опасный производственный. Нет, опыт қайдан алады? Ну, где-то же должен опыт получить. Сейчас он каражыра поедет, там скажет, ты без опыта мы тебя не возьмем. Он поедет, бакетчик, он ему скажет, ты без опыта мы не возьмем. Это как везде, это такая тенденция, как вы. Но с другой стороны, вот он пришел сейчас, вроде бы обучили все. Раз, несчастный случай. Я не хочу сидеть. Другой тоже не хочет сидеть. Сейчас ответственность руководителя уголовная идет. За смертельный несчастный случай. Значит, вы не будете брать без опыта. Значит, на такие позиции, что можно взять. Принимается вот он, допустим, от регулировщика хвостового хозяйства. Полгода, год поработал, никто не мешает перейти на другую должность. С моего цеха машинисты кочегары уходят по заводу. Сознаненькие люди брались, тоже работали. Вот он год работает на другой позиции. Все, если ему нравится, ходит, он спокойно может обучиться и перейти. Не, наши цеха ничего не говорят, он может. Нет, я говорю, что очень мало людей работает. Сознание, мало, да, очень мало. Мало, и желаю. Такое предложение. Я просто несколько людей провел, более 20, наверное, только с некоторыми, оказывается, отдел кадров связывается. Вот, по какому принципу они там говорят? Неужели нельзя его можете... Подождите, неужели нельзя его вызвать на собеседование, распознать его там, например, способности и там подготовить специалиста на какой-нибудь там участок. Корочку ему какую-то дать. У вас есть такая служба или нет? У нас нету аттестатов на обучение. А взять как бы нет, а приедет инспекция охраны труда. А как ты его взял на эту должность? Без опыта, без этого. Нет, как бы, да, у меня просто теперь у меня такое предложение. Вот этих людей, которые мы направляем, резюме их, просто способствовать их подготовку или переподготовку в каких-нибудь там учебных центрах. Ну там так вы же знаете, как делать. Вы пишете официальное письмо, вы же всегда напишете. Ко мне поступает, правильно? Мы отправляем генеральному директору на рассмотрение. Все просто. Сейчас уже вопрос уже после их вопросов он так назрел. Вот. Да, в этом направлении, в этом направлении будем работать. У меня вопрос, например, у вас же отдел кадров на участке, да? На Суздале. Семьи есть у вас? Нет. Семьи нету. Ну, вот теперь летом мой муж хотел устроиться на работу на ЭКГ экскаваторщиком. Потом ему сказали, отправляйте письмо через электронную почту. Или резюме. Мы отправили. Не один раз, три раза. И даже с тех пор ответа ноль. Потому что вы знаете, резюме... Он туда ездил. Вот я вам просто чисто человеческий факт, вам как рекомендация. Резюме, это вы, как бы, грубо сказать, вы продаете себя работодателю. То есть вы резюме хорошее должен быть составлено, правильно составлено. Во-первых, образование, что есть, опыт работы, где работал, кем работал, какие квалифицирующие удостоверения, какие права есть, категории А, Б, С, Д, Е, там, допустим, на эскаватор, там машинист трактора есть, у него квалифицирующее удостоверение, там-то работал. Все полностью это расписано и желаемые, куда он хочет устроиться, на какие позиции, на какую должность. Потому что мы направляем, вы этого, который направляет, это у нас есть рекрутеры, которые этим занимаются. Они смотрят по резюме. Ну, если резюме непонятное. Нет, непонятное. Ему задали образец, поэтому образцу не знаете, сказали. Вот я вам просто, это сейчас сами. Это любой работодатель так делал. Наше отправленное резюме просто где-то мы оставили без ответа. Можно даже было дать ответ, что этот человек по этой специальности к нам не подходит. Просто надо было дать ответ, я думаю. Ну тогда вы официально... Нет, я понял. Куда отправляли резюме? Куда отправляли резюме? На электронную почту? На какую? Ну я не знаю, он с кем-то разговаривал, поехал туда, на участок. Там его не запустили, ему дали электронную почту. У нас до этого говорили, что у нас не проходная система. Да, ну, вот именно каждый, кто работает, они дали, оказывается, электронную почту. Вот отправляйте по этому электронному почту резюме. Образец все показывал, ему на WhatsApp отправляли. Вот вам, просто вот вам чисто говорю, я вот в отдел кадров работаю. Мы там полностью заполнили. Да,
вы когда себе, это любой работодатель, любого места просмотра, если красиво все расписано, все подробно, все указано, любой работодатель посмотрит, а, все понятно. А если просто написали там, Иванов Иван Иванович, там, 1965 года рождения, там, сотовый телефон, адрес, и все, там, учился, и все на этом. Да, целеустремленные, как всегда, вот, стандартные, которые есть, вот это. Вы можете просто сейчас номер записать. Ну да, и напрямую просто вы можете сюда нам. Мы уже будем руководителем. Допустим, он хочет устроиться регулировщика хвостового хозяйства, допустим. Хочет он машинистом, там, экскаватором. Мы направим руководителя. Они посмотрят. Как, и, соответственно, уже дадут вам обратную связь. Нет, а вот просто я хотела узнать, вот, не на электронную почту, а можно вот резюме отправить просто на WhatsApp? Ну, собственно, давай, 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 местные жители, давайте через Акима. Просто я, чтобы один отправлял. Да, чтобы я знал, кого мы отправляем. Вопрос там для Харажага, 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 это незаконно. Там же не было. Это где находится Каражира? Каражира это Абайская область. Соответственно, полигонский платится. Это само предприятие Каражира просто не хочет платить. А согласно трудового законодательства, трудового кодекса, он работодатель обязан платить, где находится... Если у него есть полигон. Если есть при этом полигонское удостоверение. Он экологически у него есть? В каком году он родился? Тем более, в Руси. В Абайской области? Наоборот, говорите, да, что в стороне полигона. Вот у вас нарушил работы, вот образно говорю, нарушил у вас работу, мы возьмем, нарушил его, уволим, вашего мужа примем. Это же неправильно. Если у вас нет вакансии, ну куда съешь? Нет, вообще должен быть. Да, да, да. Так и ответа не было. Ответ по резюме, знаете, это уже не официальное письмо, и он ответа не дается. А вот чтобы так его не было. У него 24 года машинист эскаватор. Саша. Ну если у нас есть, то куда есть. Нет, а почему ответа нету? Это вот еще вопрос. Раз говорю, это не вопрос. Электронный раз же вырос, бізде вакансия болмаса, бізге келмейді ол резюме. Түсініп отырсыз ба? Эскаваторшы қабылдамасақ, ол резюме бізге келмейді. Вакансия болса, сосын жібереді. Неше резюме келді, басқа репортерлар бар. Олар жібереді. Андай-андай кісілерді сұрады жатыр. А бізде вакансия жоқ болса, резюме келмейді. Тысяча резюме приходит, и каждому звонит, у нас нет работы, у нас нет работы. Это не обязано. Вот сказали, через один, мы вот он отправит точным количеством, допустим, пачек, 10 резюме. Мы Акиму скажем, Иванова, Петрова позиции нету, Сидорову возьмем. Есть должность. Но для этого надо то-то, документы пройти. Нет, комиссию надо пройти. Если с Акимата будет приходить, мы будем понимать, что это рекомендация или как на работу от знаний по этим, 100% будет. То, что с Хадхантера откуда-то там реально сотни приходят всяких резюме, а конкретно с Акимата будет приходить и по каждому уже будет ответ. На данный момент нет позиции, необходимо то-то, то-то. Вакансия появится, может, через 3 месяца. Но они же не постоянно будут. Мынандай сұрақтар мысалы біздің жастар сондай жұмыс істеп жатыр иә мысалы высшее образование оқып жатыр иә соны хотя бы мысалы 50-50 деген сияқты мысалы оқу орнын төлеу керек мысалы мамандық бойынша бізде сондай нәрсе бар бірақ та олар должны было рассылка есть каждый когда учебный год новый начинается до начала учебного года мы делаем рассылку всем в WhatsApp у нас группа есть сотрудники все которые у нас работают у нас группа есть туда направляют информацию. И они, соответственно, должны написать заявление. У нас комиссия создается. И потом уже устанавливают руководитель это 50% или 20%.
обучение оплачено организация. Есть такое? Ну, раз люди сами не обращаются, сотрудники сами не обращаются. Мы откуда знаем? Обращение по массажу Айбеса говорит, что вам Аша только есть. Есть такое даже, есть, что когда Аша хочет поступить, бывает, и мы рассматриваем по профилю, то есть нам такая позиция нужна, мы можем даже и 100% платить. Просто нам, чтобы понимать, что мы тоже всех подряд не можем учить, нам надо понимать, что человек идет именно туда, куда нам надо, и мы понимаем, что этот человек, который туда идет, что от него, ну, что он получится хороший специалист, он себя хорошо показал, все, мы готовы его подождать, он и обучается там, через 2-3 года он становится уже ИТС. В этом году сколько студентов было у нас по программе? Ну там много, человек 30-40. Еще подсознание. Более 30. Ну, если мы голодные были, как бы, ну, все по профессиям. Кто-то хотел, кто-то сразу не остался. Трехсторонний договор составляется между нашим сотрудником, нашей организацией и учебным заведением. Составляется трудовой договор, трехсторонний договор, и после этого оплачивается. Все, без проблем нету. По профессии. Должны оценки. Хорошие. 5, 5, 6, 4. Чтобы если он троечник, если он поступил, да, организация платит, но он там, извините, не учится сам, тройки получает, то потом уже на следующий год просто трудовый договор расставляется. Ну, касаемо учебы. Потому что человек сам должен. Это его будущее. Образование, все. Ну, организация платит, есть такой. Если бы ты лох на балла, то кто колба? А, и где смотри, лох так. Скоро. Так, сонда, ага, уже дала срамс, хаттазы, где придел, я не сонда, бил, на Дима Тёрбиша, а я хаттам балла тасу. Рага, мы себе дали вот это, взги, керек маман коса, 100%, он сам брак себе, муган да не мини бог так. Да, керек, мы сам, и акимат, и осында мамандықта керек деп. Мен осында универді мен біз доғы составить ете аламыз. Не колледж бен. Сосын біз уже болашақ студенттерге біз түсіп аламыз. Мынандай мамандықтарды оқысаңдар, мысалы сосын оқып бере аламыз. Сонда сол жасын. Сол тұрғыда жұмыс істейді. Просто ол студент 5 жыл оқиды. 5 жыл оқып берсе, мүмкін оған дейін 5 жылдан кейін акция болмай мамандық қажет емес. Жоқ, қажет емес бола берсін. Ол ақшасын бір оқытып алсақ болды ғой бізге. Это действующий сотрудник. Вот у нас это хата мажори, у нас джавол келесит. Без хата мажори, мы здесь тебе джавол келесит, джавол мейн, он все будет с вами пацаны. Так и на... Ну, вон, кумей мейн, мы сразу сами забыли. Кумей мейн. Она, кой вам срах паром на джавол балдан, за харагаттан, за харагаттан, за харагаттан, за харагаттан, за харагаттан, за харагаттан, за что эти общественные слушания состоялись, кто за, прошу голосовать. Кто против? По результатам голосования общественных слушаний признаются состоявшимися. Все, на этом все. Всем спасибо. Первый раз специалист Артемий